ты совсем ничего не помнишь? Иногда появляются обрывки воспоминаний. Плохих воспоминаний. Мне кажется, я делал ужасные вещи. Машина числится в угоне, номера двойники. Следственный комитет. А вы что здесь ищете? Опасный преступник, возможно, рецидивист. Чужаки к вам не ходят? Ну, по нашим временам. Все друг другу чужаки. Подъем, боец. Кому-то очень нравится, что мы здесь роем. Нам пора. Кто я? Кто я такой? Ты что, с ума сошел, а? Ты что, врач? Не знаю. Говорят, память очень долго возвращается. Все начинается с каких-то глубинных воспоминаний. Больше похоже на одиночку. Мстители. Остановили опыт над людьми. Снесли прогнившую верхушку целого города. Вообще не уверен, что все это было в реальности. На, знакомься с собой. Я Петр. Твой куратор. Подразделение по борьбе с организованной преступностью. Может, это к лучшему, что ты не все помнишь. Разное бывало. Должны быть без вести пропавшие. Так у нас есть? Полковник Мандрыш. Это полиция, а не Завана. Они точно где-то рядом. До приезда группы никого не пускать. А подозрительно не показалось, когда бы попросил универсальный? Я не знала. Имя Связного! Имя!